Хочу вам пожелать прощать кого угодно за боль и неудобства, доставленные вам, чтоб с чистой душой и чувством благородства, закончив путь земной, вошли мы в Божий храм, чтоб не остался кто вдруг нами непрощенный, почувствовав вину, покаяться решит, а вы давно уж там. И вот он обреченно к вам на погост с цветами, с молитвою спешит, откроет, разольет, вслух ничего не скажет, поставит на могилку за упокой души, и громко так вздохнув, он слез вам не покажет, цветы у ног положит, обратно заспешит к живым еще пока, друзьям, родным и близким от безысходности невольно нагрубив, прощения попросит у них в поклоне низком. Представьте на мгновенье, вы поменялись с ним. Прощать кого угодно за боль и неудобства, доставленные вам, чтоб с чистой душой и чувством благородства, закончив путь земной,